Пермский край, город Пермь. На Урале. Сегодня 24 ноября. И погодка нас радует. Совсем не холодно. По интернету показывает 7 градусов. Завтра тоже 7. Потом вообще будет дождь в пятницу. Да, и такая погода, обещают синоптики, будет вплоть до Нового года. Но это не удивительно, потому что вот смотрите, земля буквально там 2 недели назад были лужи, представляете? Лужи, а через 2 дня был мороз после луж. Один день был гололед. Все люди ходили как коровы на руки. В общем, с нашей погодой делается совершенно что-то невероятное. Какие-то аномалии. С вами была Марина. Обзор Пермь утро, 9:00 утра. Приятного времени провождения сегодняшнего. До свидания.